Приветствую вас на канале Asmodee Play. Начинаем игру Dark Souls. Сидерс. Как правильно? Давайте. Новая игра. Честно сказать, я в нее никогда не играл. Поэтому будем смотреть, что это за игра такая. С режимом ярости. Так, вы можете хвататься за большинство поверхностей и перемещаться по ним. Хорошо. Самого создания мира армии небес и ада вели нескончаемую войну. В их противостоянии оказался втянут и обугленный совет, призванный поддерживать равновесие между сторонами. Его забота, чтобы ни одна из великих сил, оставшись без надзора, не повредила тонкую ткань мироздания. Со временем и небеса, и ад научились уважать совет и его законы. Ибо никто не мог уйти от скорой и жестокой кары посланников Совета, братства четырех всадников Апокалипсиса. Среди хаоса появились и люди. Совет предрек, что эти слабые, но хитрые существа когда-нибудь тоже станут влиять на равновесие. Так родилось Третье Царство — мир людей. Властью Совета небеса и ад заключили перемирие. Великий договор был скреплен семью печатями, которые должны быть снова обозначены день, когда мир людей будет готов к последней битве, что выправит равновесие и определит дальнейшую судьбу трех царств. Итак, что за краткая история Библии? Ну, правда, на свой лад она здесь переделана. Со звуком что-то будет сделать, чтоб разговор ты слышно было более отчетливее. Итак, мне кажется, Dark Souls называется, хотя он, блин, не похож, Dark Souls. Как вижу, так читаю. Так, американские новости. Кто там? Ну? Вот честно сказать, я не знаю, что это написано, так как по-английски не знаю. А, это война начинается, так. Участие, что мы сломали, вот она как бы начинается, так что. Так. Это якобы ангелы, да, архангелы, что там? А это демоны, да? А люди — это третья противоборствующая сторона. Так, демон заводил ангела, ты такой, он с молотка приплыл. Супотяга. Ну что ты сомневаешься, что тебя это спасет? Это какие-то гончие, адские гончие. Здорово, для роста не какой-то. Это тело с большим мечом. Кто ты? Воин. Просто пришел сюда. Ох, сейчас люлей ему навешаем. Ну давай, вешать-то люлей будем. Только подождите, для начала параметры, как я говорил, звук. Так, голос. Звук. Я не знаю, видео-то. Параметры видео опять. Даже не знаю, потому что это. Ну, давайте голос мы сделаем побольше.
Вот я даже не знаю, серьезно говорю, что это такое. Так, ну ладно, принять. Так, ну давайте будем смотреть, как ловить это чудака. Вау, ничего себе. Так. Красиво добить врага. Итак, у меня он сверху, как я понимаю, полный жизни, типа, удар. И они у меня потратились. Как она устанавливается? Или на каждый бой свое дается? Ладно, это мы узнаем по ходу битвы. Тут у меня... Давайте посмотрим. Я впервые играю в эту игру, поэтому ничего не могу сказать, поэтому так, shift, ну давай. Общее время игры, так, общее время битв, всего убийств, количество смертей, пройденное расстояние, всего собрано душ, высшая комбо, крови демонов пролито, галлонов, ни хрена себе. Нападение, фокус, особый прием и добивание, хаотическая форма, да. Так, менять хаотическая форма, это что, чтобы перейти, нажмите в это, но, наверное, этого еще нету. Б позволит нацелить воину на одного противника. Понятно. Нападение. Так, ладно. И это у нас карта. Ух ты, тут с этажами еще. Да? Нет? Так, это что, это вот оно? Да, я так и думал, что это этажи. Ладно. И... все нормально. Так, легенда. Ага. Задание, наблюдатель, война. Это что-то такое. Ну, что-то давайте выйти. По крайней мере, сейчас пока что мне это интересно. На. А почему я ничего не собираю или что? У меня жизнь так куда бы восстанавливаться и как? А, это я думаю тоже, все, мне сейчас буду воевать. Я такой что, человек? Непонятно. Так, что было разбивается? Так, это что, нацелить? Ладно. Ага, это вот так. Понятненько. Ни хрена себе демон. Я так понимаю, мне его надо, наверное, долбить. Назад дороги нет. Давай, ладно. Ладно. А, так не я тебя задолбил. Придет правосудие! Придет правосудие!
Нет, что-то параметры. Все. Я как-то могу понять. Теперь мне его еще бить. Мне всех вылезть здесь надо. Подождите, эта игра сохраняется так? Нет? Видимо, там где-то на контрольной точке. Что это такое? Что происходит? Происходит. Подождите. На машине я успеваю, но это холодно, не жарко, да? Ну да. Сядь, предмет. Блин. Ну давай. Демон этого не... Ну это я так понимаю, сохранил, то есть сохранять эти дни со своего рода. Или это они ползти могут? Да. Прекрасно. Поползли, значит. Здорово. Нет, так не могу. А какие у меня еще? А это блок. Блок. Понятненько. Как мне блок-то поди переделать? Переделали блок. Я не забрал мою добычу. Ай-яй-яй-яй-яй. А людей я могу убивать? Ну-ка, давайте посмотрим. Могу. Чтобы... Так, только что-то... Надо посмотреть на жизнь. Добавляются или прибавляются они. Так, чтобы двигаться вдоль круг. Понятненько. Давай, давай. Так, а как спрыгнуть? А, вот так. Вот. Назад дороги нет. А так отсекает потихонечку. Игра линейная.
Маус 5, так. Подожди. Маус 5. Вот так. Так, все нормально вроде пока. Все хорошо, но, кстати, да, прикольно, так вот мечом рубит. Что-то вот есть подобная игра, я потом... Она у меня в списке есть. Потом сыграю. Что-то старое. Запечатан. Вот. Не понял. Да. Давай. На, несокрушимый. Прям чувствую мощь. Ага. Не так прыгнул. Вот так надо было. Недалеко ушел, то знаете ли. Чтобы сходить в другой стать шарик, это будет в моей жизни нет. Правосудие грядет! На! Так, поднимаем. А как бросить? Так, подожди, подожди. Блин, я только кинуть хотел машину. Вы что там? Вас дохрена, что ли, так много, что делать вам нечего?
сил накопили, чтобы биться. Ну чё, старпёр? Глаз закрыт, еще какой-то меткой тоже нет. Шок. Ой-ой-ой. О, ну так-то, да, прикольно, кстати. Всех размотает, сожрал, голову откусил. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я-то вообще кто? Не может быть, Авадон. Что происходит? Где мои братья? Может быть... Последняя печать! Господин! Как же это возможно? Блин, заживо меня, господи. Седьмая печать не была сломана! Не была. Нифига себе. Во имя небес, что же ты натворил? Я откликнулся на зов. Я печать поверну сам. Господи, как мне этого динозавра бить-то? Почему не таких больших рисуют? Кстати, перезапустить с последней контрольной точки, вернуться в главное меню. Последней контрольной точки, конечно. Так, это как-то пропускается? Пропускается. Ну, когда машина выкинет. Где-то.
красиво я добью тебя. Это что такое? Что случилось? Что со мной? Что за гон? Закон растоптан. Это так нечестно. Он хотя всадник, вот чего. Но... Я всадник был. Закон ясен. Когда будет сломана седьмая печать, четыре всадника должны выступить и покарать заблудших. Будьте сынами человеческими, посланцами небес, либо исчадьями ада. Все на земле подвергнется их суду, и вновь воцарится мир. Ты забыл свое место, всадник! Ты забыл закон! Зов еще не прозвучал, и все же разрушитель вывел свои войска, и ты был под его черным знаменем, если верить словам. К черту лживые слова! Печати были сломаны, я явился на зов. Тогда где были остальные всадники? Почему они не явились на зов? Семь печатей сокрыты, как и были сокрыты со дня заключения мира, вечность назад. Они не тронуты. Никакого зова не было. Ты помог стороне тьмы, нарушил священный договор, чем погубил мир людей и нарушил равновесие. Смеешь ли ты отрицать это? Когда явился я, небеса и ад уже вступили в бой. Авадон был там. Он знал, что происходит. Авадон погиб, сражаясь с хаосом, разразившимся по твоей вине. Я сражался с демонами, даже лишенный сил, и все же вы вините меня! Твое поражение тебя не оправдывает. Надо полагать, разрушитель использовал тебя и отвернулся. Ты приступил закон, всадник! Ты будешь наказан! Я служу только совету. Только равновесию. Никогда не было иначе. Отправьте меня назад. Я покараю тех, кто виновен. Что? И как же ты надеешься одолеть армии разрушителя? Ты же бессилен! Тогда я погибну. И руками демонов будет исполнен ваш приговор. Так тому и быть. Ты вернешься на землю. Но за тобой будут следить. Подойди. Возрождение? Перерождение или что? Наблюдатель последует за тобой. Он убедится в твоей верности. Ты не предашь, иначе я сниму с тебя кожу. Ни хрена у меня рука стала. Довольно! Восстань, война, и возьми оружие! Блин, что-то какие-то игры богов там. Обыгранный совет. Так, что-то сменить, бег на ходьбу. А куда мне надо? Вот здесь какой-то тоже план есть. Мне разве туда надо? Пожиратель хаоса. Клинок, алчущий чужих смертей. Так вроде я с ним и бегал, нет? Ну-ка давайте посмотрим. Ну да, возьми свой меч, сейчас вроде с этим и бегал мечком. Что не так? Пожиратель хаоса, легендарный меч войны, также лишенный былой силы.
А, так он еще и лишен силы будет. Требуется так. Задействуя силы пожирателя хаоса, вы можете поднять вокруг войны. Вокруг войны частокол клинков. Ну, видимо, какое-то свойство. Так. Ну, давайте увидим все снаряжение. Так, выберите силу ярости или предмет. Закрепите выбранную вещь за кнопкой действия. Нажмите и удерживайте. Так, затем нажмите 1, 2, 3 или 4, чтобы использовать силу или предмет. Давайте посмотрим. Так, запасы. Это что, оживительная эссенция? Мне так-то не очень. А это что у нас? Подземные клинки. Так, пассивные способности. Сами будут вещи и снаряжение. Здесь у меня что-то будет, нет? Два раза клинок могу вызвать, да? Понятно, данные. О, сохранить. Сохранение. Принять. Параметры. Назад. Так, ну-ка давайте посмотрим. Ага, вот так вот. Значит, мне надо вот эту вот сюда сделать. Восстанавливаю часть запаса здоровья. Это мы и так знаем. Вау, клинок. И что-то к нему прокачка какая-то должна быть. Улучшение. Так, о, легендарный. Тут еще... А, ну тут у меня правильно несколько оружий должно быть. Это чего такое? Что-то это, видимо, мои умения какие-то. Ну и это что-то я, видимо. Что-то собирать надо. Какие-то... Ладно. Куда? Давайте туда. Души мертвых станут для тебя златом, ибо некоторых врагов проще подкупить, чем убить. Ну, не знаю, не знаю. Всякое бывает. Души оборачиваются тремя выраженными вещами: золотом, здоровьем, яростью. Найди демона по имени Вульгрим. Его услуги немногим по карману, но вдруг ты преуспеешь. Совет нынче договаривается и с демонами? С начала войны некоторые из демонов попали у разрушителя. Вульгрим один из таких изгоев. И он давно искал возможность встретиться с нами. Давно ли я нахожусь здесь? Что за нафиг? Видимо, давненько. Не два часа уж точно. Так, и за что мне эти муки были? Похоже, мы самую малость сбились с пути. Не спеши, всадник! Я разъясню тебе основные правила. Пока все не закончится, ты пес на поводке. Я говорю лаять, ты лаешь. И если я решу тебя пнуть, не вздумай скалить на меня зубы. Это ясно?
Или мне разучить с тобой команду «Умри»? Я сейчас разучу тебе, падла. Хороший мальчик. Так, найди демона. Демона. Ульдрима. Ульдрима. Так. Хорошо, так у нас пока один. Двойной прыжок, что-то. Так, вы можете хвататься за большинство поверхностей и перемещаться по ним. А, вот так можно тоже. Ну, принц Перси, да. Своего рода принц Перси. Ладно. Ай, да заткнитесь вы. Зубы скалите. Еще косолапый. О, нас встречают! Война! А там души. Почему бы тебе не представиться? Сейчас представлюсь. Все. Вот оказывается вот так вот, да, надо тоже. А нет, смотрите, как выходят души все-таки. Как можно больше крушишь. Ой. Сюда! Да подожди. Мне зачем-то эти души нужны. Всадник! Жди меня. Не кричи ты так. Так, рядом с предметами, которые можно использовать как двери или сундуки, рукавица войны начинает светиться. Чтобы использовать их, нажмите Е. Еще. Так. Я иду к тебе. Подождите, а мне куда надо? Мне вниз надо? Давай вниз. Или мне наверх надо? Подожди, ну-ка здесь. Нет. Так. Значит, вот сюда повыше. Давай. Вот так. Колонны эти разрушаются, это мы уже поняли. Yeah.
навешаю тебе люлей. На. На. Война может двигать некоторые из них. Так, нажмите R, чтобы двигать объект. Что-то сомневаюсь, что мне прям сейчас так надо. Да ты что, спустился-то? Подожди. Так, минутку. А как мне можно воспользоваться-то? Так. Ну, привязать. Как ужас. Да не то. Вот так. Идем сюда. Вот ты что такое? Теперь можно идти двигать. Так как-то, правда, неудобно сделано. То есть я не могу. Так, надо поменять все это дело. Перерабатывается. Эта тема должна так вещи. Нет, не то. Вот это как-то перерабатываться, пожиратель хаоса. Удар. Так, апперкот мечом. Зажмите, затем отпустите. Небоскреб. Просто так. Обратный удар. Двойной рубящий удар. Косой рубящий удар, воздушный, так, пробел, так, 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 о, пила, подождите, где тут пила, и удерживайте. Вот так. Так. Давай. Вау. Еще разок. Преобразовать души, так, данные, параметры. Ну давай. Назад, это не знаю. Да блин. Так. А, вот так, наверное, надо. Вот оно. Где? Вот, берешь и покупаешь. Ну вот так вот, наверное. А как покупать-то, пополнять? Ну это понял.
Давай, давай, давай. Немножечко осталось. Вот так. Ну так, туда прикольно идет, кстати. Говорю, в нечто подобное я давно играл. С полутолкаем еще. Так, стоп. Несколько видов этих. Желтые толком не пополняют. Все, теперь понял, как они исполняются. Опа. Нет. Поэтому наверх можно будет забраться. Ладно. Вперед. Так они пополняются, зеленые, как желтые, так а как желтые то пополняются, надо посмотреть. Так это жизнь. Все нормально. Так, так надо сохранить это, где тут данные сохранить. Да, сохраняем. Завершено. Перекресток. Перекресток семи дорог. Вот и я. Долго ли я отсутствовал? По земным меркам? Что-то около столетия. Достаточно долго, чтобы все людишки вымерли. Значит, третье царство погибло. За 100 лет, конечно, демоны нахватили, захватили всех. Не, ну так-то ни хрена прорезок, а мне нравится, смотрите. Правда, такие наплечники у него, кошмар. Ловко. Я почти не заметил, как ты подкрался. Вульгрим,
Совет наконец-то мною заинтересовался. Если так, то ты пришел не с пустыми руками. Иначе наш разговор будет короток. Ну, что тебе надо? А, жизни, которые насобирал. Несколько еще совсем юных. Восхитительно. Ты хочешь узнать, что за сила стоит за тем, кто зовется разрушителем? Ты найдешь ответы, как и источник его силы, там. О, зачем так спешить умереть? Ты лишь тень себя прежнего, ты не продержишься и мгновенья. Более того, путь к башне надежно укрыт демонической магией. Даже я его не вижу. А кто видит? Утоли мой голод, и я утолю твое любопытство. Ах ты, козлина. Собрать 500 душ. Ну, блин, надо где-то биться. Так, демоническая безделушка, указывающая расположение всех сундуков поблизости. Ну, давай откроем. Карта мира. А, вот. Назад. Где-то вот здесь вот сундук. На. Давай. Где-то здесь, да, там надо? Ну-ка. По-моему, правильно стоит. Только он внизу, вот он. А как выйти отсюда? Где ты? Вот так. Следующий сундук. Наверху. Вот на этой штуке. Так, а как мне на нее залезть? Ты умеешь за стены хвататься? За стены не умеет хвататься. Не. Так. Воу-воу-воу-воу! Так, стоя на месте, нажмите 5, чтобы блокировать удар. Неплохо я тебя закончил. Ну как мне наверх подняться, тут не решило бы того вопроса. И по карте-то я вижу, что он наверху. Так. Значит, как-то... Блин. Или колонны рубят. Срубить. Дверь какая-нибудь была бы. Давай. Нет. Блин. Так, так дело не пойдет. Надо что-то с этим
Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, где у меня еще есть? Ну вот в доме есть. Или на доме, как правильно, в доме. Пойдем в дом. Кто там еще? Ой-ой-ой. На. Подождите. Я всех вас заберу с собой. Не беспокойтесь. Чего хитрость заключается? А, так я даже если собрал, все равно как собрать те души? Хватит душ, чтобы утолить голод Вульгрима. Может, теперь он утолит наше любопытство. На, знаком его. Подожди. Тебе хватит. Ну нет, а нет. Так, подождите, что у нас по карте? А, вон там, за поворотом еще есть. Все, идем за поворот. Вот новый поворот. И мотор ревет. Минутку, сейчас он выползет. Да. Вау, там еще и вниз можно пройти. Сейчас пройдем, посмотрим, что там. Опа. И еще один сундук, а я идти не хотел. Видите, как пока что все удачно складывается. Только как попасть наверх? Блок. Блок. Где-то как-то... Может, какой-то у меня должен быть прыжок? На. Что за прыжок? Нет. Как-то цепляться должен. Нет. Ё-моё.
Ну и ладно. Если кто знает, как достать тот сундук, пишите. Пишите мне. Хочу вот сюда. О, с этой стороны еще и сундук. Не достали еще. А нам же еще есть его подпугать. Да что я? От кого? Зачем? На. Блин, опять ты. Тихо. Сейчас. Да, блин. Еще души мы собрали. Эти древние врата мало кого слушают, но при помощи этого вы можете прийти к взаимопониманию. Пройдя врата, найдите мницу Самаэля. Когда-то его сила была близка к силе самого князя тьмы. Некоторые говорят, опасно близка. Очевидно, он не симпатизирует разрушителю. Найди меня, когда соберешь больше душ. Ты не пожалеешь, что потратил время. Да я уж понял, что не пожалею. Приветствую. Подожди. Да. Так, искусно вырезанный рог, способный пробуждать древние врата. Нажмите так, чтобы использовать взятый в руку рог некоторых противников, его звук может сбить с ног. Сейчас. Я хочу вон тот сундук. Все-таки я должен буду, как я понимаю, выше прыгать. Давай. Давай. Сюда вот за этим шел. Только мне кажется, что душа туда, да? Или души все равно какие-то будут. Ладно. Здесь тоже какая-то локация строится все время. Выберите нужную вещь, закрепите выбранную вещь в ячейке снаряжения. Чтобы достать нужную вещь во время игры, нажмите 1, 2, 3. Все. Ага. Ладно. А вон оно, вот то, что было. Все понял. Интересно, а много он разрушает? Ты вылезешь, нет, кому? Вылез. Приветствую. Да подожди, ты приветствую.
пойдемте открывать врата. Господи, это не врата, этот каменный демон, которого долбили. Говорит на языке предков, пробуждает меня от сна без сновидений. Значит, мы свободны. Никто не свободен, пока не повержен разрушитель. Разрушитель? Да, мы скованы его властью. Хотя и остаемся его врагами, и потому его врагов зовем друзьями. Как у тебя все замучено? Проходи, друг. Победу должен принести, свободу должен добыть. Какой каменный ты. Да. Если таковы врата, то мне не терпится увидеть, что за ними. Что ты там ожидал увидеть? Так, надо сохраниться. Данные. Так, сохранение. Так, собираем души. Вот это мы не можем разрушить? Нет, видимо, не можем. Что за ними? Что бы ты хотел увидеть за ними? Но! Боже, зачем там было? Да. Ну, подожди ты. Вниз можно, да? Подожди. Видимо, пока нет. Там, может быть, даже ничего и нет. О, чем не надо было. Так. Горящие висельцы. Ну что ж,
Я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!